Сегодня исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Известия». С юбилеем ее коллектив поздравил Владимир Путин, отметив, что высокий профессионализм сотрудников издания послужил развитию лучших традиций периодической печати в нашей стране. В советское время тираж газеты достигал 6 миллионов экземпляров. На «Известия» подписывали, что называется, для себя. Репортаж Дмитрия Кочеткова. История одного из самых авторитетных российских изданий начиналась 100 лет назад с воззвания к революционной России. Тогда газета была органом большевистского Петроградского совета рабочих депутатов. Ее бесплатно раздавали на улицах столицы. Сейчас легендарный первый номер можно увидеть в Петербурге в архивах Российской национальной библиотеки. У нас хранится два экземпляра. Один из них буквально зачитан, так сказать, до дыр в течение века нашими читателями. А это вот этот экземпляр архивного хранения, который в более-менее, так сказать, хорошем состоянии сохранился. В отличие от партийной правды, с ее жесткой линией «Известия» были органом парламента Верховного Совета СССР, и редакция могла себе позволить некоторые вольности. В 1963-м, когда главным редактором был зять Никиты Хрущева Алексея Джубей, Александр Твардовский впервые публикует здесь своего запрещенного Теркина на том свете. 10 годами ранее ЦК признал эту поэму порочной и идейно вредной. В 1926-м здесь печатался Маяковский, в 1935-м Экзюпери, известный революционер и идеолог Кнепа Николай Бухарин возглавлял газету в 30-е годы. Свои статьи он не подписывал, но они набирались особым типографским шрифтом. При Бухарине в «Известиях» начал печатать свои фельетоны необычайно популярный тогда писатель Михаил Зощенко. Новая жизнь у газеты, как и у всей страны, началась в 1991-м. «Известия» объявили себя независимыми от советских органов власти. Свой столетний юбилей издание встречает в хорошей форме. У «Известия» один из самых популярных сайтов в интернете и востребованная бумажная вещь. Недавно журналисты переехали в новый просторный офис. Я себе не представляю работу современной газеты в кабинетной истории. Ни в коем случае. Наоборот, open space, максимально плотная коммуникация и взаимодействие между отделами. Тут же веб-редакция, тут же выдаем информацию на сайт. Свежий номер «Известий» вышел на специально подобранной бумаге. И вообще юбилей – хороший повод начать новую жизнь. С сегодняшнего дня у газеты новый формат. Она стала на несколько сантиметров шире и в полтора раза толще. Теперь 12 полос вместо 8. Что же касается качества текста, в редакции обещают, читателям по-прежнему будет интересно. И здесь те останутся верны традициям и не будут бояться работать по-новому. Дмитрий Кочетков, Ярослав Зорин, Первый канал.